В Америке 1938 года Уэллс воспользовался смятением и без него посеянным в сердцах обывателей. Политическое напряжение, Гитлер, ожидание беды сыграли ему на руку. И катастрофа пришла. Прильнувшие к радиоприемникам американцы услышали, их ожидания сбываются. В музыкальную программу ворвалось экстренное сообщение Министерства внутренних дел о вторжении. Угрозу не умели идентифицировать, но испугались. Были ли это местные пришельцы, обычные носатые иноверцы, или порождение иных миров, в которых твердо верили земляне? Были это сгустки думающей протоплазмы, колонии ретровирусов или бродячие пассифлоры, настроенные враждебно, никто не мог установить, равно как и место, откуда напасть явилась. Рассматривались как версии немецкие или хоть китайские милитаристы. Дальнейшие сводки с полей рассеяли сомнения. Напали марсиане, хорошо оборудованные для борьбы с коренным населением. Передавали много убитых. Сообщили о начатом военном противодействии. К середине передачи стало понятно, что Америка – страна нечитающая. Произведения Герберта Уэллса «Война миров» там никто не открывал. О том, как американцы испугались литературных марсиан, рассказывали на следующий день центральные газеты. По обыкновению для красоты они сильно врали, но очевидно, что паника была. Писали, как паника охватила страну, как люди бросались к автомобилям, чтобы спастись, к церквям, чтобы получить спасение, к духовникам, чтобы успеть исповедаться. Согражданам доконал голос президента Рузвельта, удачно сымитированный актером. Фальшивый президент зачитал обращение к нации с требованием сохранять спокойствие, не допускать паники. Без паники все под контролем. Слово «паника» в устах первого лица нации подействовало ровно наоборот. Страна запаниковала. Люди забыли даже о том, что дело происходит в День всех святых, обычного времени розыгрышей и приколов. Паника ширилась. Форма репортажа, которую ради достоверности режиссер придал постановке, тоже сделала свое дело. Каждые 10 минут в эфир транслировалось новое сообщение, не давая слушателям одуматься, и Америка тронулась. Люди кинулись прочь, не разбирая дороги, в горы, на острова, в собственные подвалы и на чердаки. Возвращение к прежним жилищам заняло потом у некоторых по несколько месяцев. На автостраде Нью-Йорк-Филадельфия машины мчались со скоростью свыше 100 километров. Дорожная полиция не могла установить порядок. Телефоны звонили без передышки. Нью-Йоркская полиция только за четверть часа получала более 2000 вызовов. А в Нью-Джерси была мобилизована Национальная гвардия и моторизированные пожарные бригады. В госпитале уже стали поступать жертвы нервного шока. Католические священники сбились с ног от количества желающих немедленно исповедоваться. В Нью-Йорке семьи покидали дома и располагались за городом, чтобы провести ночь в палатках под открытым небом. В Питтсбурге одна женщина предпочла отравиться, чем попасть в руки марсиан. Верующие мужчины и женщины скрывались в церквях. На площадях юга жители молились под открытым небом. Радиопостановка театра «Меркьюри», художественным руководителем которого на тот момент являлся Орсон Уэллс, придумавший этот демонический розыгрыш, продолжалась несколько часов кряду. Репетиция судного дня. Вот что получилось из невиннейшего розыгрыша. Может, он и правда не хотел. На следующий день Орсон Уэллс с виноватым лицом клялся репортерам, явившимся к нему с требованием объяснений, что он понятия не имел, какого страху напустил на страну. А сам узнал он об этом лишь по бегущей строке на крыше крупного издательства. Орсон Уэллс сеет панику во всей стране. Проснулся парень знаменитым.
После этого дня Слава стала такой же постоянной спутницей Уэллса, как женщины. Вскоре на его биографии появились и новые славные пятна. Совсем молодым, 26-летним, он снял фильм, потрясший Америку не меньше нашествия марсиан. «Гражданин Кейн», который и сегодня специалисты не боятся назвать лучшим фильмом в истории кино. Картина эта повествует о жизни человека, отчасти похожего и на самого Уэллса, пророческая версия. Судьба некоего медиамагната, харизматичного лидера, сокрушителя устоев, прожившего ослепительную жизнь и умирающего в своем огромном замке всеми забытым. Сюжет, построенный в детективном ключе, удерживает зрителя до самого последнего кадра. Главную роль исполняет сам Уэллс, и это еще одно открытие. Его актерское дарование, которым он так часто хвастался, и правда не находит себе равных. В гриме пожилого человека он так же убедителен, как в роли Кейна в молодости, без грима. Уэллс и правда прекрасный актер. Он потом не раз снимался, демонстрируя мастерство, которому он никогда не учился. Гением его назвали не на пустом месте. Гений, как определял его личность руководитель ирландского театра Гейн в Дублине, куда в 17-летнем возрасте пришел наниматься Уэллс, отрекомендовавший себя знаменитым бродвейским актером. И его туда взяли. К позору Американской киноакадемии картина «Гражданин Кейн», позже расхваленная на все лады, получила в тот год только один Оскар за сценарий, который, кстати, тоже написал сам Уэллс. Он вообще там выступил один во всех ипостасях – сценарист, режиссер и актер. Другие актеры оказались ему под стать. Поскольку бюджет у фильма был крайне скудный, где было взять денег на дебютное кино, кто раскошелится на ветер? Невозможно было нанять известных актеров. А как прогноз, в этом случае действует формула: нет звезд, не будет и сборов. Все верно, зритель ходит не на знакомые имена и любимые лица. Играли в «Гражданине Кейне» в итоге все те же любимые актеры театра «Меркьюри». И сыграли круче звезд. Действие фильма происходило на протяжении одной человеческой жизни. То есть все действующие лица старели. Вместе с главным героем накладывали грим и становились убедительными старцами. Далеко не каждому актеру по плечу подобная имперсонация. Меркьюривцы перевоплотились достоверно. Одно это стоило похвал. Увы, они их не дождались. На примере картины «Гражданин Кейн» можно видеть, чего на самом деле стоят все эти награды, раздаваемые по некоему вычисляемому алгоритму. «Гражданин Кейн» оказался не по уму киноакадемиком, он был слишком хорош, так прекрасен, что они его просто не заметили. Так не замечает человека муравей, ползущий по его руке. Большинство людей достаточно воспитаны, чтобы говорить с полным ртом, но их не смущает делать это с пустой головой. Орсон Уэллс. Хотя вполне возможно, что равнодушие Академии к успехам Уэллса было продиктовано несколько иной закономерностью. Дело в том, что у фильма был недоброжелатель, в руках которого находились самые важные ниточки мироздания. Человека этого звали Уильям Рэндольф Херст, имя которое в тогдашней Америке знали все. Это был газетный магнат. Понятно? Миллиардер. Именно его биографию взял за основу для своего сюжета Уэллс. Узнав о съемках фильма, пародирующего его жизнь, магнат рассвирепел и попытался уничтожить материал. Тем не менее, фильм в прокат вышел. Но Херст и тут не стушевался, сделав все возможное, чтобы американцам фильм не понравился. Возможно, и киноакадемия не избежала своей участи,
давление масс-медиа или иных способов убеждения со стороны Херста. В конце концов, он мог и попросту подкупить. Почему нет? Впрочем, его можно понять. Приятно ли по прихоти какого-то мальчишки видеть, как под микроскопом, расчленение своей жизни? Зато у Элса появился поклонник, который один стоил целого медиахолдинга. Это был тогдашний президент страны Франклин Рузвельт, предложивший ему дружбу. Кто бы отказался? Вполне возможно, что именно покровительством Рузвельта Уэллс обязан тому, что Херст от него отцепился. Другу президента разве в чем-то отказывают? Не напрасно же обязательным атрибутом любого кабинета начальства всегда является фото в рамке «Я и президент». Понятно, что Уэллс возомнил о себе не весь что после того, как пообедал с президентом. Вот почему, когда из экрана на него выпала наша ослепительная богиня Рита Хейворт, он решил, что ему на этот раз как никогда пора жениться. Правда, Рита на тот момент была вовсе не свободна. Но разве друзья президентов останавливаются перед такими смешными препятствиями, как чей-то законный муж? «Эта женщина будет моей женой», — сказал Уэллс. Вот этого-то славного приколиста и обнаружила спящим у себя на крыльце ослепительная богиня Хейворт. Спящий он выглядел совершенно безопасным, как дитя. Крупное, хорошо одетое, взлохмаченное дитя с мягкими чертами лица. Хотя было не похоже, чтобы оно заснуло там от избытка трезвости. И совершенно не напрасно Рита велела прислуге не открывать ему дверь и не звать ее к телефону, как только в трубке будет звучать имя Орсон Уэллс. Но ее маневр не удался. Орсон никогда не отступал от намеченной цели. Страстность его натуры не давала ему шансов забыть о предмете вожделения. И детское его лицо не должно было сбивать с толку. Как только он открывал глаза, из его зрачков высовывался по пояс хищный зверь. Мужчина, потребитель чувств, обожатель пожрать и выпить, не лишенный всех прочих основных инстинктов. К тому же он обожал все самое лучшее. Лучший портной, лучший парикмахер, лучший часовщик. Его актуальной партнершей по жизни на тот момент была самая красивая женщина мира, так ее называли. Звезда немого кино Долорес Делерио. Это была утонченная, рафинированная аристократка, чем-то даже похожая на Риту, правда, лет на 15 ее старше. Кстати, тоже латинского происхождения. Девушка из высшего общества, надоевшая ему до прокушенной губы. На этой он не собирался жениться. Он вообще не собирался жениться ни на ком, видимо, понимая, что в его случае женитьба для любой женщины не благо, а горе. Он с величайшим облегчением расстался с Долорес, предоставив ей одиночество, о котором она так часто твердила, мол, ненавидит все эти светские рауты, вот бы ее, наконец, оставили одну. Это была маска профессиональной светской львицы, сидящей не слишком плотно. «Одиночество ей к лицу», — сказал он репортерам на вопрос, «А где же, собственно, наша пташка Долорес?» Ну и понятно. К 1943 году, когда, несмотря ни на какой здравый смысл, он все-таки женился, Долорес было почти 40. О чем с ней было разговаривать? Рите было 26 лет. В отличие от Долорес, она совсем не притворялась своей любви к уединению. Ее компаньоном и поверенным в делах был обыкновенный домашний кактус, регулярно тонущий в слезах. Подруг у нее и вовсе не бывало. Найдется ли такая дурочка, что готова превратиться в тень небесного светила? В обычной жизни на фоне других женщин Рита была солнце. Она и не стремилась заводить подруг. Комнатные растения, кошка, флакон духов – этого ей хватало, чтобы не скучать. Она была одной из тех, кто не получает никакого удовольствия от своей роли суперстар, на которую ее выбрала сама жизнь.
есть кадры, где она гуляет по улице вне какой-либо роли, не в образе. Так она даже движется по-иному. И меховой палантин выглядит на ней, как домашний наряд. Кажется, она вообще стала заложницей собственной внешности не по своей вине или желанию. Когда ее кинематографическая карьера пошла в гору, Рита еще думала, что сумеет избавиться от этой роли. Слепящая красавица, цветы и шампанское, бриллианты, декольте, шпильки, надо с самого утра красить губы. Солдаты и матросы, наклеивающие портреты Риты на внутренней стороне своих чемоданов, все больше кадры из фильмов. Девушка с обложки, Джильда, леди из Шанхая даже представить себе не могли, что это эротическое наваждение на самом деле мечтает стоять по утрам в тапочках на кухоньке, помешивая венчиком омлет. А это было именно так. Рассказывая о себе самой, во второй половине жизни она сетовала, что мужчины обычно ложатся спать с Джильдой, а просыпаются с нею. Конечно, это она говорила о том разочаровании, которое дарила любителям звездного света. Рита совершенно не была звездой. Она влипла в звездную пыль по стечению обстоятельств и всю жизнь мечтала от нее отряхнуться. Вот о чем не догадывался поначалу Орсон Уэллс. Как простой солдат, он мечтал получить Джильду. Он страстно захотел ее в личную собственность, уложить в свою постель в самую вожделенную девушку в мире. Он любил блестящее, и он ее получил. Любой ценой, даже ценой разочарования. Когда мне было 26 лет, я увидел на экране Риту Хейвер. Вспоминал он в старости. С той минуты я не мог думать ни о чем, кроме нее, пока Рита не стала моей женой. И он ее укатал, не мытьем, так катанием. Однажды, когда она, помнящая о Цербере у парадного крыльца, крадучись на носках, чтобы не стучать каблучками, высунула носик из щелочки, приоткрыв дверь на черную лестницу своего особняка, в лицо ее ткнулся букет лиловых орхидей, сразу же за которым начинался Орсон Уэллс, прилично одетый и цепкий, как крокодил. Глаза его выражали молчаливую бездну, фигура – адскую покорность судьбе. И Рита поняла, что черный ход на этот раз ей не помог. Нет, не напрасно она избегала встреч. На этот раз у нее не хватило душевных сил, чтобы выпихнуть прочь этого нахального марсианина с пылающим букетом. Страсть была испепеляющей. Они тайно поженились в 1943 году в Санта-Монике, спрятавшись от посторонних глаз в пляжном домике на берегу океана. Что по этому поводу сказал Гарри Конн, повторять не стоит. Как обычно, он изъяснялся непереводимой игрой слов. По его мнению, Рита не имела морального права так с ним поступить, хотя бы предупредила, чтобы он успел помешать, ну и так далее. На Кона не обратили внимания, хотя во многом, как позже выяснилось, он был прав. Брак, ошарашивший Голливуд, продержался не дольше, чем прогорает хороший пожар. Да, и Гарри Конн был не просто сквернословом, он был сканером, видящим людей насквозь. Это именно он тогда сказал, что Хейвард, Уэллс – пара утопленников, что брак для них все равно, что союз дирижабля, субмарины, катастрофа. И он с глаза пожалел Риту, которой предстояло вскоре сильно разочароваться в жизни. Она шикарно танцевала. Но чтобы удерживать возле себя такой дирижабль, как Орсон Уэллс, надо было уметь что-то другое. Может, поговорить? Рита Хейвард была не Джильда. Вне кинокамеры тропические страсти в ее исполнении выглядели нежизненно. Она совершенно не хотела каждый вечер являться на публике, чтобы рекламировать своей красотой статус супруга. А он-то хотел именно этого – везде водить и всем показывать несравненную красоту, первую красотку Америки.
Заметив, что интересы не совпадают, оба приуныли. Вите надоели колючие платья с блестками. Орсону омлет в постели. Брак затрещал по швам уже через год. Было смешно надеяться, что такой человек, как Уэллс, плюнет на амбиции и плюхнется на диван читать газету. Кстати, он как раз ввязался в предвыборную кампанию Рузвельта. Газеты стали часто попадать к нему в руки. Уж что-что, а сенсацию учинить ему было хлебом не корми. Их брак еще некоторое время продержался из-за дочери. У звездной пары родилась малышка. Все это время Рита еще на что-то надеялась. Она ведь и правда была счастлива с Орсоном. Этот вулкан умел, если хотел, делать женщину счастливой. Да, он и правда любил ее, всем сердцем, той его частью, что оставалось от кино, театра, цирка и так далее. А для Риты уж очень велик был контраст между всем ее прежним опытом и новым замужеством. Вся ее сознательная жизнь прошла под знаком подчинения мужским приказам. Отец, потом первый муж Джастин, оба были деспотичны, ревнивы, непредсказуемы. Уэллс открыл ей глаза на другую жизнь. Оказалось, что можно наслаждаться любовью, не унижаясь каждую минуту. Но очень быстро она поняла, что унижения бывают всякими. Оказалось, что отсутствие невнимания мужа унижает не меньше, чем напрасные обвинения. Его забывчивость била не слабее, чем придирчивое внимание прежних мужчин. Казалось, даже ее красота перестала занимать Орсона, как будто он забыл, что перед ним та самая Рита Хейвард, ослепительная богиня. Мужа никогда нигде не было. Он мог усвистеть из дома до завтрака или на ночь глядя, даже не простившись, не чмокнув ее в щеку. Орсон не мог усидеть на месте. Он был всегда занят, вечно по уши втянут в какие-то проекты. То он показывал фокусы, разъезжая по Европе. Ему просто очень нравилось их показывать. Никакой другой причины не было. Она не знала, что и думать. Променяла ее на цирк. Она сидела дома, беременна. Понятно, что он не мог ее с собой тащить. Потом он искал деньги на очередную постановку кино или театра. Потом тусовался с президентом, тряся имиджем, торгуя физиономией. И никогда его не бывало рядом, даже когда она плохо себя чувствовала. Даже если с вечера он ночевал дома, утром постель оказывалась пуста, еще до того, как жена проснется. Почему-то именно в это время он стал пить более прежнего. Чтобы не встречаться с женой лишний раз в таком виде, он снял квартиру на территории студии МГМ, где, как потом выяснилось, проводил время в компании кого попало. Об этом Рите с удовольствием наушничали всякие доброжелатели. Дочка у них родилась в 1944 году. Ее назвали Ребеккой. Но, кажется, он сразу же начал путать ее имя с Беатрис. Осенью 1945 года Рит во всеуслышание объявила о своем разрыве с Уэллсом. В этом году он освещал политические новости для нескольких центральных газет, совмещая эту деятельность с театром и телевидением. Зачем он на ней женился? Вот вопрос, на который теперь уже никто не найдет ответа. Любил ее? Конечно. Как может коллекционер не любить марку, с трудом добытую, до дрожи полюбил? Но строить семейную жизнь с ней или с любой другой он ни секунды не собирался. Она его любила, это верно. Может быть, он счел, что лучше Риты ему не сыскать женщины во всей вселенной. Она же была не только прекраснее всех, знаменитее всех. Она еще и была маленькой скромницей, не умеющей закатить скандал прилюдно. Она хотела одного – тихой семейной прозы, утренних булочек с изюмом, а получила вместо этого бесконечную красную дорожку длиной в жизнь, устрицы и шампанское. Это стало для нее неизбывным разочарованием. Жизнь не была теплой,
Жизнь сверкала вспышками фотокамер, бликами в бокалах, искрами в бриллиантах. И даже когда она хотела выпить теплого молока, ей опять подавали ледяное шампанское. Поневоле сопьешься. Она пыталась сбежать, но кинокомпания нашла ее и принудила вернуться. По сути, эта мерцающая звездочка не принадлежала сама себе, ничего не могла сама решать, не имела права даже расторгнуть контракт с киностудией, как будто пожизненный. Она должна была плясать и плясать, и делать это весело, радостно, так, чтобы постулат «Жизнь прекрасна» считывался с экрана в каждом кадре. О том, что Рита подала документы на развод, Орсон узнал от репортера. Так редко он бывал дома. Он лишь усмехнулся в ответ. Через много лет после смерти Риты он посетует, что не сумел сделать ее счастливой, поскольку не сдержал ни одного данного ей обещания. Их брак просуществовал всего 2 года. Уже находясь в стадии расставания, начавшейся практически сразу же вслед за бракосочетанием, они еще успели снять свой единственный совместный фильм «Леди из Шанхая», в котором главная героиня сверкает ледяной красотой. Уэллс тогда наспор предложил Гарри Кону снять для них фильм на произвольный сюжет. Как-то он рассказывал, что ему срочно понадобились деньги для спасения какого-то очередного его провального проекта. И он позвонил единственному человеку, который в Голливуде обладал достаточной финансовой мощью, чтобы спасти утопающего. Ну и оставил в залог обещание снять фильм. Он перевернул вверх обложкой книжечку, которую читала кассирша в окошке телефонной станции, и прочел «Леди из Шанхая». Это был авантюрный роман. В результате он снял самый прекрасный фильм десятилетия, сцены из которого и сегодня служат примером новаторства в кино. Условие Кона, участие первой леди киностудии Риты Хейворт, было оговорено. Это было последнее, что они делали вместе. В фильме Рита предстает в имидже коварной блондинки со стрижкой, ранее невиданным для нее, но не менее обольстительным амплуа. Сцена стрельбы в зеркальном павильоне, когда отражения накладываются одно на другое, и одновременно в кадре появляются и лицо, и фигуры, и глаза, и руки действующих персонажей, потом неоднократно копировалась в самых разных картинах, разными режиссерами. И всегда это было плагиатом. Зеркальную комнату придумал и снял бешеный Орсон Уэллс, который не мог лечь спать, если в этот день не придумал что-нибудь гениальненькое. Рита еще неоднократно выходила замуж. Ее следующим обожателем стал Али Хан, сын короля Пакистана, который чуть с лошади не свалился, впервые ее увидев. Баснословно богатый, настоящий падишах, любитель арабских скакунов, еще один коллекционер красоты, который увез ее от всех проблем, окружив роскошью, покоем и негой. От него она родила вторую дочь, Ясмин, бедную Ясмин, разделившую и повторившую судьбу своей матери. Но появление этой малышки не могло остановить до неприличия полигамного мусульманина. Дочерей они не слишком ценят. Вот если бы родился сын, все могло бы закончиться иначе. Она еще тешила себя иллюзиями, что жизнь наладилась, пока не узнала о похождениях супруга. История повторилась. Муж где-то там в пампасах тешит свое самолюбие приключениями, пока она занимается ребенком. Брак столетия, прозвучавший некогда громче союза Грейс Келли с наследником Монако, постиг развод. Счастливый конец зависит от того, где ты решил остановить историю, из высказываний Орсона Уэллса. Потом Рита выходила замуж еще и еще, и каждый раз с прежним результатом. Ни разу в спутнике ей не попался человек, готовый проснуться с нею, ложась в постель с Джильдой. Рите не везло с мужчинами, и я оказался не лучше других, покаялся Уэллс.
Он был не из тех людей, кто ностальгирует по старым связям. Друзья, любовница, даже родители – все эти символы, за которые любой человек будет сражаться до последнего, для Орсона Уэллса были пустым звуком. Он даже фотографии не хранил и никогда не оборачивался назад, не трудился оценивать собственные достижения в жизни. Он был из тех, кто меняет мир, оставаясь равнодушным к результатам. Уэллс был как поезд, несся по жизни, оставляя в прошлом лица и события. Те же, к кому он успел в жизни прикоснуться, боготворили его, даже когда налицо было очевидное. Орсон Уэллс их разрушил. «Как я его любила!» – жаловалась Рита своей дочери Ясмин. Единственной, кто сопровождал ее до самой смерти, стала эта принцесса, которой в жизни предстояло узнать не меньше горя. Сначала мать, небожительница, чья сказка на глазах рассыпалась в пыль, а потом и собственная трагедия – смерть сына от наркомании. Голливудское волшебство, как плащ иллюзиониста, всегда оборачивается изнанкой. Каждая волшебная мистерия на этой фабрике грез заканчивается больничной прозой, причем отражается на нескольких поколениях вперед, детях и внуках богов и богинь. Сказка Риты не стала исключением. Финал ее был сыгран без хэппи-энда. Лишь Ясмин знала, что это значит, когда мать совсем потеряла разум от алкоголя. Она все твердила, повторяла, кричала, глядя в зеркало и не узнавая своего лица. «Я Рита Хейвард! Я Рита Хейвард! Ты ведь говорил, что любишь меня!»